Покажу вам свой отличный рецепт бараньи ноги. Прежде всего срежу лишний жир, но немножко оставлю. Теперь чеснок. Нарезаю чеснок длинными ломтиками. Шпигую ногу чесноком и розмарином. Смешаю медовую горчицу, коньяк и перец эспалет. Соль, перец и немного оливкового масла. Хорошо промассируем. Польем нашим маринадом. Луковицу, чеснок, тимьян, розмарин, помидор черри. Берем наши обрубки, кладем на них одну ногу. И вторую аналогично. Бумажка для запекания. И в духовку сначала минут 10-15 при 200 градусах, чтобы она запечаталась, а потом где-то градусов 160-170 до готовности. Температура идеальной прожарки баранины где-то 50 градусов. Не просто вкусно, а очень вкусно.